Здравствуйте, многоуважаемые. Спешу сообщить, значит, время 7:30 у нас сегодня. Второе, суббота. Значит, сведения такие. Ловят леща на Эмаиле, говорят. Сам не видел, не трогал, не знаю, но вчера очень много народу поехало утром рано. Уже приехали, звонили утром в 5 часов. Вот, брали тут кое-что. Вот, и сказали, что рыбалка на Эмаиле, в общем, иногда лещ попадается. И неплохой лещ. Значит, здесь у нас, как я уже говорил, у клея. Ну, не постоянно она, но вот как-то момент такой есть, раз начинает брать, берет, ловит. Не берет, опять время пройдет, не ловит. Ну, в общем, стало тепло, сидеть теперь хорошо, рыбачить прекрасно. Все хорошо, так что прошу любить и жаловать. Есть желание, приезжаем. Пока все есть вроде как. Наличие, как и должно быть, вся прикормка есть, так что давайте. Что-то новое опять узнаю, значит, тогда сообщу. Всего хорошего.